Французский бокс или спорт старого башмака. Сават – это симбиоз английской техники бокса и французского стиля кикбоксинга. Ребята из клуба «Олимп» под чутким наставничеством старшего тренера Владимира Штибина постигают азы изящного боевого искусства и готовятся к новым стартам. Готовку ведем максимально собрано, максимально разбираем ошибки, подтягиваем техники, технические какие-то элементы. Ну и тактико-техническая подготовка, которая является очень нужной для спортсменов, для понимания, как двигаться, где отрабатывать. Отработать каждый удар и прием, чтобы было чем удивить соперника. Матвей Федоров точно знает свои сильные стороны. Двукратный чемпион России. Однако на Кубке России в Санкт-Петербурге справиться с соперником в финале не удалось. Мне нравится выходить на соревнования. Вот даже когда бывает то, что попадается 1/8, это бывает, однако, и сложно, и приятно. То, что у тебя много боев, разные соперники, ты набираешься опыта. Тебе очень интересно проводить бой. Колено не защищаемся, да? Что нужно сделать? Взять, выйти отсюда, да? Контратака. Пошел. Разбор ошибок после соревнований обязателен. Поиск новых тактик и комбинаций. Раньше в Савате бои проходили фактически без правил. Сейчас все решает хорошая техника ударов. Александр Писарев точно знает, свяжет свою жизнь с саватом. На Кубке России завоевал первое место и первый взрослый разряд. По словам спортсмена, успех неизбежен, если много трудиться. Самое главное – дисциплина, часто ходить на тренировки, ну и заниматься дома. Чтобы достичь максимальных результатов, по словам старшего тренера Владимира Штибина и председателя Федерации савата Московской области Германа Львова, одной дисциплины мало. Необходима хорошая техническая база и, конечно, поддержка этого вида спорта на всех уровнях. Татьяна Верняковская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».